Так, это второй этаж. Это лифт. Рядом лестница. Напротив лестницы получается квартира номер 5. И заходим в квартиру. Это вход, коридор, комната для всяких нужных и ненужных вещей, или вещей, стиральную машину ставить, все остальное есть. Воздух, да, забор воздуха, вентиляция. Заходим в большую комнату. Большая комната. И с этой стороны должна стоять кухонное оборудование, кухня сама, и вид с окон. Это получается за забором, это получается улица Стрелняко, и с этой стороны получается частный дом с забором. Вот, и в принципе посажены туи, они маленькие, но они вырастут большими. Через 2-3 года они будут высокими. Вот такими вот туями. Это все растет рядом. Так что здесь как такового панорамного вида не будет, но деревья будут заслонять этот дом. Батареи утоплены вниз, конвекторные. Доска паркетная. И переходим дальше. Качественные внутренние двери. Это получается одна спальня. Вторая спальня. Здесь вот видны, какие высокие туи. Они практически все загораживают. Там вот маленькая улочка, за забором можно ставить машину, там в принципе и въезд на эту территорию. И вот такие вот туи высокие. Это южная сторона, там где туи растут, это южная сторона. И переходим, выходим, здесь еще маленькая кладовка, совсем маленькая. И ванная комната. Большая раковина, ванна, унитаз. Полы с подогревом. Ну, это пятая квартира.